Приветствую, дорогие друзья, с вами Кейстример, и сегодня посмотрим свежий хоррор Crimson Snow, ну или Багровый снег. Игрушка вышла 7 декабря, отзывов в Стиме немного, но основная масса положительная. Давайте посмотрим, давайте заценим. А в игре хотя бы что-то переведено на русский, так что уже неплохо. А, уже? Алло. Hi, handsome. Привет, красавчик, признавайся, чем ты занимался, пока рядом нет твоей лучшей половинки? Привет, Джойс, много бумажной работы и сериалов. Ты меня знаешь, Джойс, проживал каждый день на полную. So you have watched the office again, то есть смотрел офис и пил не диетическую колу обычно? Рисковый ты парень, люблю таких. А я уже закончил переговоры, так что буду дома скорее, чем ты думаешь. Сняла кучу фоток, как ты и просил. Сейчас скину тебе превью. Что хочешь посмотреть, мою фотку в горах или из бассейна? Забыл сказать, у них в отеле роскошный бассейн. Очень хочу посмотреть на роскошный бассейн. Ну да, конечно, хочешь посмотреть на бассейн, да? И я в купальнике совершенно ни при чем. Зря ты отказался от поездки. Я знаю, что тебе не нравится знакомиться с новыми людьми, но, Марк, я за тебя переживаю. Ты ни с кем, кроме меня, почти не общаешься. Канун Рождества, а тебя наверняка даже никто не поздравил. Ну почему же мне пришло письмо, наверное, от Гугла, так, о том, что забанят скоро. Так, может да, может и нет. Я еще не знаю, что в конверте. А какой конверт у тебя? Откуда конверт? Я таких конвертов у тебя не видел никаких. Может там бабки? А, ну почему же мне пришло письмо, вот. Тебе прислали настоящее письмо? Круто, скорее открывай и рассказывай, что внутри. Оно же лежит у входа, да? Не знаю, у какого входа. Интересно, что там в конверте. Да погоди ты. Мать Миранда, куда же идти-то? Любимая, скучаю. Жаль, что между нами все так завершилось. Ты же держишь свою почту в входной двери, да? Так, все завершилось. Но теперь я готова дать нам еще один шанс, да? Может, раньше я и делала пару глупостей, но больше это не пытались. Правда, правда. Давай встретимся и все обсудим. От кого это письмо? От какой-то бывшей? Ты потерял письмо, да? Я бы над тобой посмеялся, если бы не терял телефон по 4 раза в день. Говорю тебе, посмотри входную дверь, она должна быть где-то там. Ну что? От кого она? Что пишут? Это бумажка из налоговой. Открытка от родителя, не поздравляет с Рождеством. Ну, открытка от родителей. Как мило, а я думала, вы не общаетесь. Хорошо, что я ошибалась. Кстати, об общении. Ты не мог бы подойти к окну своей спальни? Какую спальню? У нас одна с тобой спальня, я надеюсь. Твоей спальне. А, или это мой дом. И ты на нее не претендуешь, как, так как это не совместно наше-то имущество. Окна первого этажа, так, блин. Ну что ты видишь? Я вижу, как моя баба, как моя девушка балуется электричеством у себя дома. Ты приехала, почему ты не позвонила? Я мог бы забрать тебя из аэропорта. Так, я вижу, как девушка балуется... Твоя девушка не балуется электричеством. Она тонко намекает своему недалекому парню на свое возвращение из Альп. А теперь вторая часть сюрприза. Но для начала докажи, что у тебя праздничный настрой. И каким образом? Может, сразу к тебе?
Какой ты у меня быстрый. Нет, мистер Гринч, сначала покажи свой рождественский дух. У тебя в кладовке лежали бенгальские огни, да? Зажги их перед этим окном. Я забыл, где она у меня бенгальские огни? В бейсменте? Что не зашла к тебе сразу, но мне нужно было кое-что подготовить. Ты это увидишь... Где бенгальские огни? Ну как, насколько я невнимателен к таким деталям? Ты там не уснул? Уснул. Сегодня я тебе спать не дам. Найди в кладовке спальни бенгальские огни. В кладовке спальни. Да подожди ты, я тут туплю. Такая у тебя кладовка со стиралкой. Пиротехнический факел. Да подожди. Да подожди, я собираю. Может, тут еще что прикольное есть. Корсары какие-нибудь. Вот оно, теперь я вижу рождественский настрой. А теперь вторая часть сюрприза. Помнишь то французское вино, которое ты хотел купить, пока не увидел ценник? Сегодня мы его попробуем. Я еще достал фейерверки, так что бери свои бенгальские огни и иди ко мне. Встретим Рождество вдвоем. Я привезла тебе подарок, а ты мне что-нибудь приготовил? Хочешь узнать, то придется потерпеть. Мне нужно забрать его из-под елки. Из какой елки? Я не должен будем праздновать вместе. Ну ты чего? Ты чего? Как такие можно вещи делать? Давай что-нибудь наврем. Что, даже не подскажешь, что за подарок? Ты меня заинтриговал. Бери его скорее, иди сюда. Чем дольше ты ходишь, тем больше шанс, что я выпью все вино сама. Бери подарок, иди ко мне. Он же под елкой, да? Нахрена ты наврал-то, мудила? А, ничего себе подарок для Джойс. Я купил ей обручальное кольцо еще месяц назад, но все никак не мог подобрать идеальный момент. Если ты уже нашел подарок, выходи ко мне. Так он не солгал, получается. А свет выключить? Подожди. Вышел в такую погоду, легко потеряться. Иди на свет, красавчик. А свет выключить? Мне тут счет придет за электричество. Камин. Разве можно оставлять камин? Ты к бабе уйдешь. Тебе тут елка загорится, еще чего-то. Кстати, странно, а дом как отапливается? Тут нет обогревателя, у них же домики, ты это... Ниф-нифа, там, наф-нафа. Какая-то лажа просто. Как он это... Он говорит, что я не заблудись, клоун. Мать Миранда, все. А тут ничего нет. А мусор что, вы не сортируете, что ли? Счета. Куча неоплаченных счетов. Нужно напомнить ей оплатить налоги. Не, ну это вообще... То есть она недисциплинированная, поэтому она и выйдет за тебя замуж. Сколько она должна заплатить? 400 баксов. Это ее счета. Я их оплачивать не собираюсь. Короче, сделаем ей предложение после того, как она оплатит счета. Все, холодно что-то.
Так, где мой подарок? X Station Box. Да-да. Неплохой у нее домик-то так. Но дверки так немножко усратые. Играем. Кто-то уронил штучку. Так, а тебе присаживаться надо? Пейнкиллеры. Смотри, у них пейнкиллеры есть. Может пригодятся. Where are you? Ты что там, утонул в снегу? Иди скорее, я уже устал ждать. Я уже внутри, и тебя что-то не вижу. Что значит внутри? Я стояла у входа и не видела, как ты вошел. Похоже, Санта, что ты забрался в дом не той соседки. Выходи, пока тебя не... Миранда. Кажется, у нас плохи дела. Ну как, отрубило электричество, я понимаю. А как мой телефон-то вырубил? Это должна быть какая-то вообще спецтехника так вырубать. Ну свечка горит, потуши. У меня 5 бенгальских огоньков. Дом-то какой? Все страшнее и страшнее становится. Так, ну что, включаем бенгальский огонек? Дорогая, это ты? Я пошел. Да разбей это стекло и открой с той стороны тогда. Ну или ногой. Посмотри, дверь-то какая хлипкая. Рогами моешь. Наверняка тебе наставляют. Подожди, подожди, смотри, этот огонек. Ну, это твоя баба, не твоя. Смотри, у нее борода. Ну, это же Америка. Это просто Кончита Вурст. Надеюсь, вы не знаете, кто это такая. Merry Christmas. Кажется, я уже где-то это видел. Прости, но не успеваю закончить с делами до Рождества. Чертова командировка. Отметь за нас двоих, хорошо? Фотография пожилой пары. Я не припомню, что у Джойс были эти фото. И мне казалось, что ее родители выглядели иначе. Тогда я себе что-нибудь приготовлю. Какой-нибудь стейк хороший. Рождественский.
какой дом странный. А можно свечку эту взять? Нет, можно взять только фотографию. Ну жалко как-то тратить. Их не так много. Бенгальских огоньков. Ну ладно, давайте посмотрим. Ну смотрите, мы сделали инвестицию, дай нам это, верни нам, что мы потратили. А вот, отлично. А проценты где? Вот проценты, отлично. А еще? Почему так мало? Ни хера нет. Ты презерватив-то хоть взял, дядя? Джингл Беллс. Сейчас будет играть. Так, все случится сегодня. Это будет идеальный праздник. Он скоро придет, так что нужно подготовить платье, рождественская ель, елочные игрушки, фейерверки, кольцо. Он не должен уйти. Он уже здесь. Подожди. Это не почерк Джойс. Кто-то ждал меня здесь. Honey. Милый, ты здесь? There? Ни хера себе, нет, меня здесь нет. I see you. Блять, Фредди Крюгер какой-то. Не надо! Плохая концовка, видимо. Естественно. А я туда просто не пойду. Нахрен мне это надо. Так, ну где нам заныкаться-то? Honey, are you there? Да нет, нет меня здесь. Не смотри, и она исчезнет. Иди, иди туда, в комнату иди. Что-то я не вкуриваю. Ну, я понимаю, что надо прятаться где-то под столом, там, наверное, или в шкафу. Но тут этого ни хера нет. Давайте логически мыслить. Ну, свет можно выключить тут? Ну, ты присаживаешься. А, вот. Ну, чего? Чего? Где? Ни хера не очевидно вообще. Are you there? Тут я тут. Под столом сижу. Заходи, посидим вместе. Да заходи, открыто.
Я тебя вижу. Ни хера себе, не надо меня видеть. Это было близко. Она будет патрулировать на таком маленьком пятачке. Ну это вообще стрёмно. Я тут буду сидеть тогда. Ну я тебя вот так вот порешу. Нахер эту тетку. Ты прикалываешься, что ли? Что за дом странный? Дональд Трамп? Марк, хватит меня пугать. Я знаю, что ты здесь. Я нашла елку, которую ты опрокинул. Зачем ты снял игрушки? Ты вообще знаешь, сколько времени я ее наряжала? Это был не я, Джойс. Послушай, меня здесь заперли. Джойс, здесь стоит какая-то жуткая херня. Жуткая херня творится. Подожди, а где ты? Марк, если ты все еще в чужом доме, тебе нужно оттуда выбираться. Тебе нужно объяснить мне, что происходит. Кажется, у меня галлюцинация. Коридор только что увеличился, я не понимаю, что происходит. Вот это отличный вариант. Марк, ты выпивал? Если это какой-то глупый розыгрыш, подожди, я что-то слышала. Ну вызывай полицию тогда. Хрен ли. Вы рассказали про странные события. Джойс вам не верит. Вот прям не так это важно. Верит мне Джойс или не верит? А, найди три шарика. Смотри, как я догадался. Ну какой же я умный. Найди три снежных шарика. Сейчас мы найдем. Главное, чтобы к тетке не надо было идти.
Sweetie, where are you? Не-н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 е. Не надо, не надо. Мерзкая какая тетка. Christmas. Все, сидеть под столом. А, надо было под другой, наверное, стол, вот под тот. Sweetie, where are you? Где, где? В Караганде. В Казахстан я уехал, иди отсюда. Фредди Крюгер. Let's celebrate together. Встретим это Рождество вместе. У нее ДЦП какое-то. Женщина ходит, хер поймешь как. Но маникюр у нее, конечно, жуткий. Блять! Ну естественно. Нет? Я выжил? Ну а как понять-то, когда выходить? Ну давай туда поглубже заходи. Не трогай меня. А может мы засейвились? Дорогая, ты там? Она просто не накрасилась. Какая странная картина. А что-то я не понял, а как же открыть-то? Сыкать, ну надо посмотреть там, куда она идет. Может, там все-таки можно, она куда-нибудь отворачивается. Не можно проскользнуть. Вот эта дверь заперта. Там я все обшарил. Там дверь.
Нихуя себе. Блять. Honey, don't не заставляй меня причинять you. Боль. А что ж ты хочешь? Что ты хочешь, дорогая? А чё не играет-то музыка? I wish you a Merry Christmas. Блин, она как-то стала по-другому патрулировать. Нихера не понимаю, как она ходит. А тут... Ага, тут есть эта функция. Будем вот так выглядывать. Ну а что, она нас заметит, что ли? Ёпта! Ну не надо. Я просто очень не люблю просто переигрывать. Как на что-то. We can decorate the tree. Мы можем украсить елку. А можем и не украшать, иди отсюда. Ты, дорогая, ты что, потолстела? Блять, просто. Вот что у тебя не имеется? Просто нереально. Где спрятаться-то? Туалетная бумага. Предложи даме. Все, не смотри на нее.
Не смотри. Да возьми ты этот. Так, как только она пойдет, увидим спину, надо сразу идти. А, сюда можно забраться. Давай, конечно, конечно. Как я не догадался-то. А, здесь заперто. Ничего себе, болторез. I wish you a Merry Christmas. Ну, сейчас будет такой Merry Christmas. Дорогая, заходи. Ты сегодня не в настроении? Ну, скажи, что ей туфли не идут. Она тебя замочит за полсекунды. Хватит убегать! Да я не убегаю, ты что? Why are you hiding? Да я не прячусь, не прячусь. We are made for each other. Мы созданы для, друг для друга. We must be а зачем together. Ты туда идешь? Иди вон в ту, в тот угол. Ну непонятно, как ее обходить-то. Может, она насовсем ушла? У тебя молоко убежало. Она к нам идет. Ну что ты забыла тут? Ты приготовь что-нибудь, салатик какой-нибудь. Не исключено, что можно пробежаться просто вперед. И тогда она изменит маршрут, и мы как-нибудь. А, можно было вот туда. Ну ладно, здесь чуть путь короче, мне кажется. Так, теперь она, наверное, знает, что я здесь прячусь. И мне этот маршрут патрулирования. Давайте проверим. Кажется, я ошибся. Сейчас выйдешь, она тебя встретит. Своей лучезарной улыбкой. Не могу понять, ближе становятся звуки или не ближе. Тупая. Дверь сейчас закрою. Все, там пусть тусуется. А где здесь прятаться?
Ни хера не слышу. Вообще на изи. В пропасть такую, в бездну. Коробка с елочными игрушками. Эти игрушки украшали ель в доме Джойс. Та безумная девушка что-то говорила о том, чтобы украсить дерево. Если я сделаю это, то, может быть, она отвлечется, и я смогу пройти дальше. Давайте сделаем. Да болтореза быстро когти я отрежь и все. Вот она охереет-то. От такого креатива. Погнали. Вообще-то не 5 секунд так украсть елку. Это все какой-то глупый розыгрыш, Марк. Двигающиеся коридоры, бред. Я видел твою подружку в окне. Я знаю, что она спряталась. Она просто быстро спряталась. Ничего особенного. Джойс, послушай меня, это не подружка, звони полицию. Допустим, просто допустим, что я тебе верю. Расскажи, где ты сейчас, что у тебя происходит? Все как во сне, дом меняется, здесь бродит какая-то безумная девушка. Кажется, я только что нашел твои елочные украшения, она их принесла их сюда. Конечно, ты случайно нашел мои вещи в чужом доме. Марк, за кого ты меня принимаешь? Не знаю. Хорошо, ты сказал спрятаться, я спрячусь. А потом... кого-то... я кого-то слышу. Ну что, нам надо сидеть здесь? Не надо? Она опять здесь. Я не хочу туда идти. Мы же видели ее здесь. Вариантов не так много.
Это как-то глупо идти прям напрямую к этому чудовищу. Может, печенье предложить? Хоть с пола, но хоть печенье. Ничего на ум не приходит. Ну, может быть, мы подойдем и надо бежать? Может, жопой идти? Нет, 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 нет. Я нашла тебя. Смотри, какая красивая елка, дорогая. Милая, она прекрасна. Никуда не уходи, я скоро вернусь. Don't go anywhere. I will be right back. Это неожиданно. Темно, хер поймешь как. Так, все, ну разбивай окно и все. Бейсмент. Таблеточка от головной боли. Так, давайте, наверное, здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Ну, пока любопытно. А, немного однотипно, одна и та же тетка. А вот, строит нам рожи. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.